Всем привет! Наконец-то мы выбрались на первый выезд в этом году на природу. Как обычно, мы берем с собой холодильник с едой, хладагенты, там замороженный лед, плитка газовая и обязательно туалет. Очень актуально. Даже сейчас, когда людей нету практически вообще никого, все равно, ну, кусты, как-то там какие-то мошки, всякие там жучки, клещи. Багажник реально выручает, бокс. Все вещи нужны. Анютка раскопала какой-то клад. О, это стекло. Вот почему надо быть осторожным на природе. Прежде чем раскладывать лагерь, нужно аккуратно пройтись, осмотреться, оглядеться, собрать все осколки. Доставай палатку. Потихоньку разгружаем. Холодильник с едой, со льдом вода. И вот он, наш унитаз, биотуалет. Многие спрашивают, как он себя ведет в дороге, разливается, не разливается. Вот давайте я вам покажу. Сейчас у него полный бак верхний, здесь набран, и нижний бак 2 литра воды. Имитирую, как будто мы едем по российским дорогам. О, капелька вытекла. Ну, достаточно сильно я его болтаю, видите? То есть с верхнего бака вот с покрышки может что-то капнуть, когда он полный. Но опять же, когда вы его использовали, этот бак, получается, становится пустым, а этот полным. То есть, ну, с нижнего бака ему некуда вытекать. Открывается он очень просто. Защелку отщелкиваете. Все, верхний бак сливная вода. Вот он, нижний бак. Здесь сейчас 2 литра воды. Позже я добавлю здесь химию специальную. Новая палатка. Мы еще ни разу ее не ставили. Только приобрели. Стул тоже купили в Декатлоне Quechua. Между прочим, недорогой стул и достаточно удобный. Я уже на нем сидел. Все, лагерь готов. Наливай да пей. О, к нам уже гости пришли. Собакин, но у нас пока еще лагерь не готов. Приходи попозже. Душ, туалет. Тоже классная вещь. Много раз про него говорили. Показывали его. Это что у нас? О, это классная вещь, вообще бомба. Смотрите. Самонадувающаяся подушка. Все, она готова. Очень мягкая, офигенный материал. Чехол можно стирать. Вот он. Короче, удобная вообще, прям супер. Видно, да? Собирается за 2 секунды. Все, вы ее свернули в чехол. Занимает мало места. Спать на ней удобно. Поэтому мы их взяли, хотя они стоят, по-моему, в районе 2-3 тысяч рублей. Наш старый добрый стол складной. Про эту вещь тоже мы много писали, показывали. Это походный душ USB. Не путайте с прикуривателями. Это мобильный душ, работает от аккумулятора. Кому интересно, посмотрите, у меня есть обзор, как организовать санузел на природе. Так, добрались до самого святого. Вот она, палатка Quechua. Вот Decathlon Quechua. Fresh and Black на 5 мест. Ой, весит, наверное, килограмм 30, если не 40. Реально тяжелая и большая. Модель Air Seconds 5.2 Fresh and Black. В общем, эта палатка надувная. Она надувается с помощью вот такого насоса. Но про эту палатку я сделаю отдельный большой обзор. То есть подробно, как ее собирать, плюсы, минусы. Поэтому сейчас я в этом ролике не буду про нее подробно рассказывать, а только покажу вам вот упаковку, инструкция и вкратце, как мы ее сейчас будем ставить. Это даже не дверь, это ворота. Там-дам, да-да-да-дам. Это похоже на москитную сетку в двери. Мне еще не хватает второго этажа. А пока мы ставим палатку, посмотрите, как изменилась погода. На улице туман, такая прям свежесть, прохлада. Ух, чувствую, сегодня будет хорошо нам спать. Я вспомнил, представляете, специально в магазине я купил вот такие колышки, которые будут в песке держать намного лучше, чем обычные. Вот эти металлические, круглые. 23 сантиметра. Маловато, конечно, но лучше, чем обычные штатные. Видите, они какой формы. Но он получше, да, держит так вот вроде. Попробуй. Ну тоже гне, тоже не очень. То есть в песке это проблема. Кечуа, Декатлон, Макатлон. Сейчас я вам покажу. Жалко, что у меня только два. Вот. Вот такие надо делать, Коля. 50-60 сантиметров. Это я сам делал. В каком-то из видео я показывал. Ничего сложного нет. Толстая проволока. Потому что это все... деньги на ветер. Не для Крыма, да. То есть в песке это все не держится. А вот эти уже проверены. Сделаны с душой. Главное, на мину не нарваться. То есть вот это вот будет держать. Надо сделать еще таких десяток. Специально для Крыма. Вот посмотрите, как оно вбивается. Все, то есть, ну этот колышек уже... точно вы не достанете просто. Вот смотрите, гвоздь, гвоздь, и все. Да, он мощный, но он не для песка. Постепенно разгружаемся. Только недавно загружали. Это только часть вещей. Пока палатка пока еще пустая. Осталось багажник разгрузить. Кухонная аптечка. Обязательно берите с собой на природу аптечку, потому что скорая помощь может не приехать, а может и приехать. А может и не нужно будет ее вызывать. Вот он, состав аптечки. Кому интересно, мы с собой всегда берем. Это кухонные принадлежности. В одной коробке удобно. Коробку взял, коробку забрал. Пошли. Ух ты! Фонарик? Супер! Здесь темно, как в склепе. Зато будет спать хорошо, да? Это 70-й матрас. Мой! Отлично! Тоже фирмы Quechua. В этот сезон мы решили тоже взять надувные матрасы, потому что не было в наличии самонадувающихся ковриков. Поэтому взяли вот такие Quechua. Надеюсь, он не будет сдувать. Потому что все матрасы, которые я покупаю, они все сдувают. А, и вот такой у нас еще один матрас новый. 200 сантиметров в длину и в ширину 140. Напоминаю, вот эта комната 210 и 140. То есть 350 сантиметров. А еще Анютки купили вот такой спальник, тоже замечательный. Видите, чем примечательны липучки. Его можно регулировать. Детская модель. Все, здесь крепите. Она уже в нем спала в гостинице. Говорит, очень классно. Ну, не в гостинице, а у бабушки, да? В холодышке. И что, тебе было тепло? Да. Карманчик есть для игрушек, да? Да. Да, эта палатка внушает доверие. Размер то, что надо. Отлично. Сделаю такой обзор по кругу. Все штормовые веревки растянул. Обязательно это делайте, даже если погода штиль, как сейчас, то есть ветра нет, очень-очень слабый. Но он всегда может неожиданно подняться и палатку может сломать. У нас уже такое было. Мы поставили шатер, тоже у нас есть про это видео. И сломало шатер, почти унесло в море. Поэтому теперь мы крепим все основательно, даже если нет ветра. Помпа Xiaomi, про нее уже все знают, кто смотрит наши видео. 100 раз уже ее показывали, рассказывали про нее. Вот 101 раз покажу. Сенсорная. Оп. А откуда у нас плита? Да, мы собрали кухню. Приобрели себе походную кухню. Я про нее сделаю отдельный обзор. Сейчас покажу вам ее. Очень классная, пока нам нравится. Прям вот мега удобная. Но есть один косяк со стороны магазина Decathlon, о котором я расскажу в обзоре. В предыдущем видео я рассказывал про этот набор. Тоже кому интересно, посмотрите. Походный набор Ковея. Корейская посуда. Сковородка. Кастрюли. Будем сейчас ее испытывать. Анютка занимается творчеством. Что-то рисует. Ну как тебе палатка, расскажи. Мне нравится. Наш газ. Второй баллон не просто так я достал. Сейчас покажем почему. И зачем. Будем мы к макаронам жарить овощи весенние. Чтобы ускорить процесс, мы достаем вторую плиту. Случайно в магазине в Подмосковье увидел такую штуку. Походную печку. Знаете, сколько стоит? 200 рублей. И я пожалел, что купил только одну. Надо было взять целую жменю. Вот, отличная печка с пьезо, с поджигом. Все под цанговые баллоны. Мы ее взяли как вторую конфорку. Вот сейчас как раз она нам пригодится. Побыстрее даже взорвется. 200 рублей не за просто так. Вот так. О. Нюхаем, чтобы ничего не воняло, чтобы мы не взорвались. Вот копытца надо отодвинуть. У нее копытца здесь такие. Раз, два, три, четыре. Все. Катя говорит, запускай сами ее. А что за... Ого. А у него автоплотика нет? Вот все. О, она даже еще лучше трамповской зажигается. Вот, смотрите, регулируется. Ого! Ничего себе, сними сковородку. Покажу. Вместительная, кстати, сковородка. На вид такая небольшая, да? Да, небольшая, целая. 400 грамм овощей замороженных влезли. То есть 400 грамм овощей. Да, я думаю, здесь бы еще грамм 200 влезло. Удобно, две конфорки вообще супер. Первый выезд в этом сезоне. Как-то немножко подустали мы, да? Отвыкли, пока эту палатку поставили, пока с ней разобрались. Но на самом деле она ставится очень просто. Есть пара нюансов. Сделаем детальный обзор и все обязательно расскажем. Может, кому пригодится. Ух, я голодный как волк. Все, сейчас мы будем есть, ужинать и, короче, кидать кости. в этой черной палатке, в этом склепе будем спать. И потом я вам расскажу, как было, комфортно или нет. Немного подзамерзли. Я достал горелку. С нее прям такой жар пошел вообще. Ух. Вот она буквально 5 минут уже горит. И в палатке стало потеплее. Понятно, это небезопасно. Но никто не говорит оставлять ее на ночь. Или жечь 2 часа. 5-10 минут достаточно. Наш газ почти как Крым наш. Вот. 70 рублей такой баллон стоит. Топи не хочу. Денег нет. Все, и газа нет. Хоть он наш, хоть он не наш. Эта ночка была холодная. Реально холодная. Мы подзамерзли. На улице было, наверное, градусов 15-16. А утром мы оценили вот эту систему Fresh and Black. Потому что вот в палатках реально было прохладнее, чем в самом тамбуре. Покажу вам наши спальные места. Вчера было темно. Сегодня уже светло. Вход в спальню нашу мы решили объединить. То есть у нас получается вот здесь вход закрытый, а здесь мы открываем, перегородку убрали. И вот она, наша территория. Сейчас, думаю, самое время прогуляться на море. Сделать мой тест. Кто не знает, сейчас покажу. И посмотрим, какая вода, чистая, нечистая, холодная или теплая. Людей немного. Вот оно преимущество отдыха в мае в Крыму. Холодно, купаться еще, спать тоже холодно. Зато пляжи пустые. Вон. Вот это кемпинг Витино. Там тоже почти никого нет. Недалеко от моря лагерь. В зоне видимости. Все ценное прячем, убираем, забираем с собой. Все неценное можем оставить. Ох, ха-ха. В этом сезоне я еще не купался. Вот она, водичка. Делаем мой тест. Захожу в воду по колено. Если вода, если колено видно, ой, пятки, я уже и забыл, видите, давно не снимал. Пятки видно, значит, вода чистая. Немного водорослей, но вода, я думаю, градусов где-то, наверное, под, ну, 17-18 по ощущениям. Я думаю, вот искупаюсь сейчас. Немножко водорослей, а в целом море чистое. Вот чем вам не Мальдивы. Правда, по цене Крыма в 3 раза дороже. Но что маем, то имеем, как говорят. А мы вообще халявщики. Вон приехали, палатку кинули. Вообще ничего не платим, отдыхаем бесплатно. Не, вода градусов 15. 18 я купаюсь. Завтрак туриста. Клубничка крымская. Спелая, сочная. Очень вкусная. Поверьте на слово. Вот они, первые сюрпризы в этом сезоне от алкашей. Очень осторожным нужно быть. Я в прошлом году на открытие сезона порезал себе пятку. Было очень неприятно. Вот видите, стекло, бутылки, все ребром встало. Стоит наступить, и пятка лопнула. В прошлом году показывали лайфхак, как в палатку заходить, и чтоб ноги с песком не заносить туда. А в этом мы ставили тазики, в тазик окунали. А в этом году придумали вон какую идею. Обычный совок, щетка. Отлично справляется. Если ноги сухие, то можно так. Если ноги мокрые, то можно в тазик. Еще одно приобретение. Хотим поделиться. Так как мы всегда рассказываем про мусор. Что его нужно сортировать, с собой забирать, не мусорить. Вот нашли тоже в Декатлоне. Quechua сортинг трэш. Это сортировочное ведро для мусора. Такой компактный, да? Ну, оно, наверное, маленькое. Ой. Ого. Слушай, оно такого размером, что ты туда влезешь. Ну, Анютка точно туда влезет. В один отсек ты, в другой я, в другой Анютка. О. Прищепочки. Прищепочки, это, наверное, пакет. Доставлять пакет. Да. Здесь вот так перегородочки. Можно 3 перегородки, 1, 2, 3. Здесь кладете 1, 2, 3 мешок и сортируете мусор. Сюда, допустим, банки, сюда там органические отходы, сюда еще какие-то. На органические удобнее что-то типа коробки какой-то, да? Ну да, вот такого плана отходы, вот шкурки, бананы, удобно в коробку, потом можно либо закопать, либо вывести с собой в отдельном пакете. Вообще это очень большой контейнер для мусора, нам столько не надо. Ну это видите, кто много мусорит. Столько мусора вообще не будет даже. Да, я думал. Даже 2 недели стоять. На фотографиях он выглядит поменьше. 1000 рублей он стоит. Ну удобная вещь, потому что его можно поставить на улице. У него есть хлястики, за которые его можно заколить, и он не улетит. Можно подальше поставить. Во. И не боятся, что они намокнут. И там вот можешь средства от туалета поставить даже. Банку. Так оно вроде раскидано. Химия, в общем, здесь такое. Дрова. Все можно здесь складывать. А этот отсек оставим под мусор, да? Да. Вот прищепкой зацепим. Заколить. Чтобы ветром его не унесло. Отлично. Солнце меняет направление, поэтому защиту вот эту отражайку поместили на другое окошко. И у нас в шатре прохладно, она реально помогает. А сейчас время обеда, значит, что мы делаем, как обычно, показываем наш обед. На обед у нас мексиканские лепешки, тортилас. Какая-то трава, как обычно, Катя где-то нарвала. С огорода, сорняки. Еще одна классная штука. Радиоприемник. Настоящий радиоприемник. Вот очень удобно. Не надо никакие телефоны, блютусы, колонки. Все включил. И слушаешь новости про Путина. И антенна крутая. Громкость. Ля-ля-ля-ля. Все очень просто. Завтрак, обед на природе должен быть простой. Без заморочек. Легкий, не тяжелый. Побольше майонеза. Соль, копченый чеснок. Все как мексиканцы. Завернул и съел. Я ем сорняки. Вкусно? Угу. Сколько штук съешь? Бесконечно. Вот за 10 минут сборов Катя насобирала вот такой урожай крымских сувениров. Вот что здесь, давайте посмотрим. Трубки. Берете трубки с подсока, что тяжело их выбросить? Возьмите, выбросьте их. И в основном вот крышки. Крышки, крышки, крышки. Тоже неужели тяжело их с собой выбросить? Какие-то прищепки точно, что от дикарей. Да, или из моря все намыло. О, смотрите, даже шприц есть. А это вот показываю специально для кустовых серунов. Так я называю тех, кто говорит, зачем нужен биотуалет, я в кусты пойду. Ну да, вот представьте, это начало сезона, то есть практически никого еще из отдыхающих нет. Вот они кусты, пока еще чистые. Но к середине сезона здесь будет все усеяно в бумаге, в этой влажных салфетках. Все будет засрано, все засрут. Поэтому пользуйтесь биотуалетами по возможности. Ну или на крайний случай выкапывайте ямку и закапывайте свои отходы жизнедеятельности. Потому что вот так вот в середине сезона или в конце сезона вы уже на машине не встанете. Здесь будет все вот так вот обвешано салфетками, закидано, забросано. Это, конечно, печально, потому что хотелось бы приехать на такое место, встать возле деревьев, тенек, защита от ветра, но превращает все эти места в туалет. Крымские маки. Сейчас как раз сезон. Многие любят с ними фотографироваться, видео снимать. Вот покажу вам, как они выглядят подробнее. В этот раз решили сделать огонь, обойтись без углей, посмотреть на костер. Бамбуковые шампурики. Вот такие мы используем. Нанизывайте сосиску, крутите, они не сгорают. Да, вот они, видите, сосиски сгорели. А шампуры целые. Не надо ничего мыть, никакого железа. 100 рублей с чем-то пачка, и все удобно, круто. Кто любит есть сосиски? И немного хотелось бы зачитать комментариев. Очень много комментариев. Давно мы не делали видео, потому что сезон только начался, была зима. И вот Наталья Щеголева пишет: закакали вы все кустики. Живу в Крыму, человек хоть что-то понял и не гадит в кустах. Ну, отчасти так и есть. Правду говорит. К концу сезона, как я уже сказал, все кусты будут засраны. Я называю их кустовые засранцы. Хотя бы берите лопатку и копайте ямки. Читаем дальше. Тоже очень много вопросов в комментариях по поводу биотуалета. Ну а на самом деле это реально актуальная тема. Я вот по себе знаю. Раньше приезжаешь на природу, много людей, туалета нет. Кусты либо заняты, либо кто-то в кустах стоит. Вот, всякое может быть. Тебе деться некуда, вроде место хорошее, а кустов нет. И ты бегаешь как дурак, мечешься, где бы тебе сходить. Этот вопрос решается, эта проблема решается очень просто. Биотуалет. Даже можно не покупать душ-палатку, просто вот поставили биотуалет. Все вышли, сходили спокойно, закрыли. Никаких запахов, ничего там нету. Все там химия, все там растворяется специальные, там ароматические. То есть вообще запахов нет, забудьте про это. Если вы нормально покупаете химию, заправляете его, запахов не будет. Либо ставите отдельно душ-палатку и вообще у вас свой туалет, никаких проблем. Очень-очень облегчает жизнь и добавляет прямо вот плюс 100 комфорту. Мы же, опять же, мы же не выживальщики. Многие пишут, да зачем там берешь, там вообще там даже лопатку брать не надо. Пошел там в море посрал, в кусты посрал. Ну да, один посрал в море, второй посрал в море, 100 человек посрал в море, в говне все купаются. Один лопаткой раскопал, второй, потом копаешь и чужие мины раскапываешь. Можно, конечно, ничего с собой не брать, но мы не выживальщики. Мы отдыхаем, туристы, кемпинг, дикий отдых, особенно с детьми. То есть нам не нужно выживать. Мы приезжаем отдыхать, чтобы получать удовольствие. И делать это с комфортом. Поэтому мы берем с собой туалеты, души. Алексей Рылов пишет. Когда увидим палатку в деле? Палатку увидим в деле обязательно. Сделаю обзор и размещу на канале. Как мы ее собирали, как разбираем. Все это покажем. Да, у нас тоже прошлым летом на отдыхе в бухте Ласпи девушку укусила скалопендра. Были большие ожоги, долго проходили. Это комментарий к видео, к прошлогоднему. Да, скалопендра может укусить, ну как бы страшного ничего нет, особенно если она небольшая. Все проходит. Но надо знать, какие меры нужно предпринять. Антон оставил комментарий. Пицца! В следующий раз в море надо сделать... Ну или съесть ее по колено в море. Ну пиццу вы навряд ли в море сделаете, а съесть ее можно. Пицца, да, это дело такое. Как здорово, пишет Ольга. Окунули прям таки в атмосферу лета, Крыма, отдыха. Очень круто, спасибо. Вот тоже про санузел у меня видео было. Как организовать личный санузел на природе. Тоже люди пишут. Хорошие советы, спасибо. Вот Людмила Коновалова оставила интересный комментарий. На природу зачем выбираться, если брать с собой туалет, душ, утюг, фен? Ну, не знаю, утюг мы не берем, фен мы тоже не берем. Если вы берете утюг, фен, ну, значит он вам нужен, наверное, не знаю. Туалет, ну как зачем туалет брать? Чтобы срать в него. Зачем еще туалет берут на природу? Филипп пишет, слушайте, вы мне прям глаза открыли, спасибо огромное. В начале августа планируем наше первое путешествие в Крым. Ваши советы очень уместны. Отлично, что было полезно. Филипп, это он оставил тоже про личный санузел комментарий. Виолетта Виола пишет, сколько приспособлений, столько трат. Раз в год можно себе позволить и полноценный отдых с маленькой сумкой и не вести с собой весь этот комфорт. Ну, кто спорит? Можно, конечно. Можно вообще никуда не ехать, дома остаться. Можно с одной сумкой полететь. Это тоже отдых хороший. Игорь пишет. Да уж, свалка, и там отдыхают. Ужас. Это он ответил на комментарий Вудолаза. Горы мусора, вонь и мухи. Люди засрали там все. Лучше бы въезд был платный, но чисто. Ну, дело не во въезде платном. Дело в том, что чисто там, где не срут. Вот. Забирайте с собой мусор, не срите, и будет чисто. И не нужен никакой платный въезд. Никита Орлов. Нельзя в палатке горелку включать. Не знаю, так я не понял, почему. Сгореть можно за полминуты всей пачкой. Неужели непонятно? Палатка сделана из синтетики. Загорается махом 30 секунд и все дела. Не успеешь выскочить. Ох, экстремалы недоделанные. А если вы еще и обогреваетесь таким образом, решите, то ой, воздух сгорает и все, привет. 8% палаточников так погибают, загуглите. Эх, молодежь, мозги иногда включайте. Насчет пауков, конкретно каракут, это вам не игрушки, смерть 100%. При обращении к врачу позже часа примерно. Вы не думаете, что в Крыму рай земной, это далеко не так. Дипест Дивайн пишет. А ванну из чугуна тоже с собой возите? Ну, я ему ответил. Сам ты чугун. Причем здесь ванна из чугуна, я так и не понял. Так, проще живите. Проще понятие растяжимое. Немного ответил на комментарии. Ну, а мы будем собираться, собирать палатку и ехать домой. Отлично провели время. Вот так супер открыли сезон. Отдохнули прям вообще бомба. Несмотря на то, что ночи замерзли первую ночь и море холодное. Все равно мы купались, спали, все было супер, все отлично. Никогда не расстраивайтесь, природа дело такое, погода может измениться в лучшую и в худшую сторону, поэтому от отдыха нужно получать удовольствие по максимуму. Не забывайте подписываться на канал, понравилось видео, ставь палец вверх. А кто хочет посмотреть полноценный обзор этой палатки, ссылку я оставлю в описании, заходите, смотрите. Всем приятного отдыха и пока!